сокращено количество убийств, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, в том числе со смертельным исходом, не допущено совершение изнасилования, сокращено число совершенных грабежей, краж транспортных средств, в том числе автомашин, краж совершенных с использованием интернета и мобильной связи. В отчетном периоде закончено расследование 1239 преступлений. Нераскрытым осталось 638. Эффективность раскрытия преступлений составила 68,3%. В целях обеспечения неотвратимости наказания продолжаем системно работать над преступлением прошлых лет. В 2022 году раскрыто 47 таких преступлений, из них 14 тяжких и особо тяжких составов. По-прежнему одной из актуальных задач остается реализация мероприятий по пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. В прошедшем году сотрудниками полиции выявлено 255 наркопреступлений, из которых 145 деяний связаны со сбытом. В том числе раскрыты два наркопреступления, совершенных в организованную преступную форму. Уголовная ответственность за преступление данного вида привлечено 132 лица, в том числе 26 бычек, и незаконного оборота изъято более 3 кг запрещенных веществ. В прошедшем году на территории Балаковского района пресечено 22 факта незаконного оборота оружия. Из незаконного оборота изъято 5 единиц огнестрельного и 1 единица газового оружия, 634 грамма взрывчатых веществ, 267 единиц боеприпасов. Одной из приоритетных задач остается противодействие экстремизму и терроризму. На фоне происходящих пересобытий, в том числе связанных с проведением специальной военной операции, произошел рост правонарушений, преступлений экстремистской направленности. В 2022 году за распространение пропаганды в открытом доступе экстремистских материалов к административной ответственности привлечено 11 лиц. Пресечено 2 преступления экстремистской направленности. Все лица понесли уголовную ответственность. Значительно сократился уровень подростковой преступности на 37%. Уменьшилось число преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, на 19%. Адресной работой охвачено 123 подростка, состоящих на профилактическом учете. 152 неблагополучных родителей, две группы антиобщественной направленности. За отчетный период выявлено 106 административных правонарушений, совершенных несовершеннолетними. Многое сделано для снижения аварийности на дорогах. Принимаемыми сотрудниками подразделения ГИБДД МИРа, в том числе привлечение нарушителей правил дорожного движения к административной ответственности, позволили снизить общее количество дорожно-транспортных происшествий. Уменьшилось количество раненых граждан. Вместе с тем остается большим число погибших граждан. Сотрудниками ГИБДД пресечено более 24 тысяч административных правонарушений. Кроме того, за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения были задержаны 121 водитель, которые впоследствии привлечены к уголовной ответственности.